вынужденно из поселка, жили в Одесской области, приехали сюда, поселились в квартире съемной. Первый прилет с ребенком пережили. После первого прилета у ребенка стали появляться седые волосы. Но она умничка, она крепкая девочка, не плакала, не истерила, ничего. Тяжело было. Потом я ее вывезла опять в Одессу. Пару недель побыла там, привезла сюда, и вот второй прилет.